Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано в Эгейском море у берегов Греции. Эпицентр находился в 20 километрах к югу от Афонского полуострова. Очаг залегал на глубине 19 километров. Подземные толчки ощущались в Салониках и Афинах. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. На европейском континенте Греция – одна из наиболее сейсмоактивных стран.